Сегодня я решил приготовить куриную грудку в японском соусе терияки с чесноком, морковкой и луком. Это будет наше такое мясо в соусе терияки, приготовлено при помощи карманного ножа Венгер и даже таким малепусеньким ножиком можно приготовить полноценный обед. Так вот, приготовим мы еще его не на один раз, а с последующим употреблением, ну то есть на несколько порций. Вот, готовить будем на 300-400 грамм филе грудки куриной. Это где-то 150 грамм нам надо будет соуса терияки. Ну, в принципе, все. Подавать его лучше всего, как я уже говорил, с длинным рисом, который разваренный, но не слипшийся, а рассыпчатый. Либо же можно даже подавать его со спиральными макаронками Барилла, твердосортовыми, прекрасно идет. В принципе, как гарнир, это самый оптимальный вариант. Лучше всего, конечно, употреблять данное блюдо под вино белое, а не красное, какое-нибудь сухое. Вот. Но, в принципе, пить лучше не нужно. Всегда любое вино можно заменить любым соком, яблочным, например. Вот, и не злоупотребляйте. Значит, идем готовить блюдо. Итак, берем мясо и нарезаем мелкими слайсами при помощи нашего венгера. Оно немножечко подмороженное, поэтому нам будет сделать это легко. Толщина должна быть 2, ну даже 5 миллиметров, от 5 до 7 миллиметров. Посолили, поперчили и обжариваем под крышкой. Тушим немножечко. Далее нарезаем чеснок. Далее нарезаем морковку. Нарезать ее будем маленькими тоненькими полосочками. Важно, чтобы она была сочной, а не сухой. И последнее, что нам остается, нарезать лук. Лук режем тоненько-тоненько и
режем полукольцами такими, как на салат. Далее перегружаем наше мясо в тарелочку и будем обжаривать чеснок с морковкой. Загружаем наши овощи, морковку и чеснок. Добавляем также сюда лук, обжариваем в районе 2-3 минут, потом добавляем соус и добавляем мясо. Спустя 2-3 минуты добавляем сюда мясо и на медленном огне будем обжаривать соусы. Соус у нас терияки. Здесь при обжарке самое главное, чтобы постоянно помешивать мясо. И второй немаловажный момент. Готовить нужно это все дело на маленьком огне. Ну, то есть, если большой огонь будет, то начнет быстро пригорать. Жаровню лучше всего брать с антипригарным покрытием. 150 грамм соуса на 300 грамм грудки. Начинаем перемешивать так, чтобы нашим соусом пропиталось все наше блюдо. Ну вот и все. Наше блюдо готово. Подавать его лучше всего с рисом и белым вином. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем свои комментарии. Всем пока!